Так, а вот пишут, что ну, огромное количество, смертность огромная среди туберкулезных больных. И вот ну, очень много умирает в колониях. Вот две, пишет Шаден, 2 недели назад был привезен больной из колонии Володин Иван Сергеевич, которого сознательно не лечили, а ждали, пока он умрет. Сегодня пришло сообщение, что молодой парень скончался. То есть в российских колониях даже выведено новое заболевание, совершенно чудовищный так называемый атипичный туберкулез. Это выведено в российских колониях. Не лечится абсолютно. Если обычный человек заболевает, то все, кранты, он умрет. Ну, любой человек, он умрет. То есть, это вот, так сказать, бактериологическое оружие, которое, говорит, ну, вывели его случайно, благодаря тому, что заключенные якобы выкидывают лекарства, пьют его не таким образом, как нужно, а, соответственно, значит, вот всякие эти палочки Коха привыкают к этому, там, мутируют и так далее, и так далее. Вот появилось новое заболевание. Я думаю, что это специальное заболевание выведено, чтобы народы России погибали, поскольку все проходят через тюрьмы, и основная масса инфицируется. Сжечь чучело Путина на масленицу. Да, я думаю, что все должны этим и заняться, что чучело, кроме Путина, никакого не должно быть. На масленицу должен везде гореть Путин. Я думаю, это хороший такой ответ насчет верблюдов, да, и насчет ведьм.